День доброго дня! С вами Марина. Сегодня готовлю сметанный салат с фасолью. Салат простой, но в то же время вкусный, полезный и сытный. Готовится очень просто и быстро. С полной рецептов ингредиентов, которые нам понадобятся, вы сможете ознакомиться в начале видео и в описании под данным видео. Перед приготовлением салата нужно отварить яйца вкрутую. Это займет примерно от 7 до 10 минут вашего времени. Подготовку начинаю с огурца. У помытого огурца срезаю плодоножку и хвостик, затем нарезаю его мелким кубиком. Отварные яйца тоже также нарезаем мелким кубиком. Лук, очищенный от кожуры, сначала разрезаю пополам, затем каждую половинку еще на половинки и тонко нарезаю четвертинками. Предлагаю лук для данного салата лучше выбрать сладких сортов. Тогда вкус салата получится более нежнее. Зелень, петрушки и чеснок мелко рублю ножом. Вот подготовлены все ингредиенты. Можно собирать салат. Я выбираю глубокую миску, закладываю в нее все подготовленные ингредиенты. Фасоль, лук, огурец, яйца, зелень с чесноком. Приправляю солью и перцем. В завершение добавляю сметану. Сметану тоже можете выбирать любой жирности, который вам больше нравится. Аккуратно все перемешиваю. Пробую салат на вкус и при необходимости добавляю еще специи. Перекладываю готовый салат в салатник и подаю к столу. Всем приятного аппетита! За несколько минут у нас готов простой, вкусный, сытный сметанный салат с фасолью. Такой салат можно готовить хоть каждый день. К обеду он хорош и к ужину тоже. Надеюсь, рецепт такого салата вам пригодится, и вы его приготовите. Благодарю всех за просмотры и поддержку моего канала. Для меня она очень важна. Готовьте с хорошим настроением, вкусных вам блюд и до новых встреч!